Что может довести до слез взрослого мужчину? Мигранта из Киргизии, который приехал в Москву и работает с утра до ночи, чтобы прокормить семью. Оказалась очень простая вещь – осознание того, что добро возвращается. Не так давно таксиста Эгена Апсаматова вызвали двое парней. Сказали, что очень торопятся, но денег нет, и попросили довезти бесплатно. Мусульманин согласился. Они подъехали к автосалону «Кия», и там-то и выяснилось, что одним из пассажиров был известный блогер Гусейн Гасанов. В этот день он решил провести необычный эксперимент – подарить таксисту, который согласится отвезти его бесплатно, новенький автомобиль. Денег сможет везти? Ладно, давай, все, спасибо. Не отвезешь, да? Не отвезет. Чувак, если бы ты знал, что ты потерял. Уроженец Кыргызстана оказался единственным, кто согласился помочь. В дороге разговорились. Выяснилось, что почти половину заработка, 1600 рублей в день, Эген отдает за аренду автомобиля. Поэтому, когда блогер сообщил, что дарит ему новенькую Kia, таксист не смог сдержать слез. Вы представьте сейчас эмоции этого человека, да? На самом деле добро возвращается. Ну что, ты нас довез бесплатно, а теперь вот эта малышка твоя. Эти ключи от абсолютно нового Kia Rio твои. Благодаря ролику Гасанова скромный таксист моментально стал звездой соцсетей. А земляки, узнав, что маленькая дочка Эгена не слышит на одно ушко, стали присылать деньги на лечение. Вот так добрый поступок может изменить жизнь. Будьте достойными, и это не останется незамеченным.